Всем привет! Сегодня у нас распаковочка. До меня наконец-таки доехала посылка из Кореи, о которой я все вам говорила. Точнее, заказ был один, но трех разных продавцов, поэтому посылки тут три. Я сама просто очень-очень люблю смотреть какие-либо распаковки, когда кто-то что-то там скрывает, перебирает. Для меня это полнейшее поднятие настроения. Я не знаю почему, но мне это очень нравится, поэтому надеюсь, понравится также и вам. И хочу сразу заранее вас попросить, если вы что-то увидите из того, что я покажу, и у вас уже есть или были эти продукты, и сложилось какое-либо мнение о них, то, пожалуйста, смело вперед. Пожалуйста, пишите о ваших всех ваших впечатлениях, положительных или отрицательных, внизу в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Даже если вы заметите какой-то тестер, потому что корейцы обычно ложат тестеры, и вы знаете, что, о, да, классная вещь, попробуй, то это будет только классно. Сверху лежит самая маленькая посылочка. Тут был один крем, и если честно, то я его уже вскрыла. Я открыла все коробки, но эта посылка пришла чуть раньше всех остальных. И тут был крем, который от фирмы Сидмуль, и в этом креме есть пудра. То есть, нанося этот крем на день, он должен стабилизировать выработку кожного сала. Точнее, может, выработка кожного сала будет в таком же количестве, но, по крайней мере, лицо будет оставаться более матовым, потому что здесь есть пудра, и в виде пудры здесь выступает силика. Также здесь есть большое количество... Ой, как же она называется, забыла... Центеллы и других интересных компонентов. Как всегда, если вам что-то из компонентов интересно, из ингредиентов, заходите, я много раз упоминала об этом сайте, costdna.com, там любое название можно вбить и сразу почитать ингредиенты и посмотреть, насколько они полезны, не полезны, или какая-то там другая такая базовая информация есть по большинству, особенно корейских продуктов. И с тестером мне тут положили Мейцера крем. Вот такой вот розовенький. Опять-таки напоминаю, если у вас что-то было, то пишите, мне будет очень интересно. Дальше посылка с двумя вещами и, как всегда, тестеры. Коробочку мы убираем. И первая вещь, что побольше, от фирмы DSM Gem Miracle Black Pearl Bubble Mask. Я думаю, многие видели маску, которая от Элизавеки, вы намазываете, она как глина, и после этого у вас такие пузырьки буль-буль-буль, нарастает такой слой пены на вашем лице, и тем самым кожа очищается. Это, в принципе, то же самое, но только вот это вот разбухание, набухание происходит не настолько сильно, не настолько активно. Откуда я знаю, у меня был тестер, поэтому, в принципе, я эту вещь заказала. Здесь ее больше, и, кстати, она идет с помпой, это классно, потому что предыдущая, ну, то есть у меня была эта маска от Элизавеки, она шла в обычной тубочки от из-под крема, то есть вы ее открываете, она соприкасается с воздухом, и когда там осталось где-то вот такое количество, то она высохла и уже никак не работала. Точнее, сама консистенция не высохла, но когда я намазывала ее на кожу, ничего не происходило, вот этого вот буль-буль не было. Эта же маска классно идет с помпой, я этого не видела, я на это не обратила внимания, но это плюс. Здесь, конечно же, больше продукта, как мне кажется, она такая увесистая. Сколько здесь, давайте найдем. 105 грамм. И что еще плюс большой в этой по сравнению с предыдущей, это то, что она намного проще смывается. Я думаю, если у вас была маска от Элизавеки такая вот, то вы точно знаете, что ее достаточно сложно смыть. То эту, насколько я помню, я, конечно, давно тестировала, давно пробовала этот тестер, но ее было намного легче смыть. Если что-то будет по-другому, или же вы хотите, чтобы я показала, как это работает и насколько она буль-буль, насколько она пенится на лице, то опять-таки пишите ваши пожелания внизу. Следующая вещь в этой посылке, это должен быть крем, также от DSM. Этот крем у меня был в тестере, и мне он понравился. О, смотрите, как интересно открывается прямо отсюда. Честно, я не люблю крема, которые идут
вот так вот. То есть мне нравится больше в тюбике, чтобы его выдавливать, или здорово вот так, или вот в тюбике, я имею в виду в таком, потому что я в такие крема обычно лазю пальцем, и это не очень хорошо, мне не хватает терпения пользоваться вот такой вот ложечкой, у меня куча этих ложечек было, они куда-то деваются, пропадают, на это нет времени и так далее, я не знаю, если вы такие же, то я вас понимаю. Но у меня этот крем опять-таки был в тестере, и мне очень понравился, он очень классно увлажняет, и поэтому я решила дать вот такой вот тубочке шанс, честно, выглядит очень даже красиво. Посмотрим. И сколько здесь грамм? Это же крем под глаза, правильно? Да, правильно, я заказала это eye cream. А сколько здесь? 30 миллилитров. Ну, для крема под глаза это достаточно много. Я открою, потому что я буду им пользоваться. Да, видите, он такой очень густой. Знаете, такое чувство, что здесь половина тубы, это просто сама баночка. Ну да. Смотрите, вот до сюда идет. То есть где-то до сюда здесь крем, а все остальное это просто дизайн баночки. Да, зрительный обман в подарок. Из тестеров здесь, как всегда, патчи от Миша. Я не знаю, они особо ничего не делают, но когда у меня патчи от Косарек заканчиваются, это как бы может хоть что-то сделать. Потом ABP Triple Synergy Liquid от Purito. Это такая жидкость, в которой присутствуют AHA, BHA и PHA кислоты. И она, в принципе, классная, она достаточно мягкая. И, наверное, если вы начинаете знакомство с кислотами, то это прикольная вещь. Я уже сейчас хочу перейти, особенно этой осенью, на что-то такое пожестче, более, я не могу сказать, агрессивное для кожи, но моя кожа уже привыкла к мягким кислотам. А также из тестеров здесь Snail Repair Advanced Serum, также от Purito, 83% мукуса улитки, а также Madeca Seed и Asiatic Acid, гиалуроновая кислота, пантенол и так далее. Я многое что пробовала от Purito, но, кстати, вот этот вот Snail Serum не пробовала. Классно, что их 4 штуки можно распробовать. И приступаем к самой большой нашей посылке. Первое, что я здесь вижу, это вот эта варежка. Мне, когда она самый-самый первый раз попалась в какой-то коробочке с корейской косметикой, то я вообще не поняла, что это такое, и выкинула. А потом в каком-то видео оказалось, что это классная вещь, которая отшелушивает кожу или пройтись по телу, то это, по сути, мочалка. И это прям такая мощная, жесткая мочалка. Так что, если вам попадается, знайте, что это такое. Потому что я первый раз это выкинула. У меня уже есть теперь, я знаю, но вот еще одна. Здорово. Так. И первое, что здесь сложено, это филлеры от фирмы Ladore. Я думаю, многие их знают, на просторах интернета куча видео о том, как их делать. И у меня они уже были, но были в тот момент, когда я еще не была знакома с кудрявым методом. И здесь вообще, в принципе, хороший состав протеинов, по-моему, протеинов шелка. Но я могу сейчас ошибаться, я не помню, какие именно здесь протеины, можете посмотреть в интернете легко, то я хотела бы теперь попробовать, как это сработает с кудрями. Поможет ли это, эти протеины, которые находятся вот в этих филлерах, помочь моим кудряшкам быть более кудрями и менее опадать? Ну, то есть, насколько и как это будет работать с кудряшками, мне интересно. Так, здесь тестер от компании Estree Spot Saver. Какая-то powder wash. Давайте посмотрим, что за powder wash. Mugwort. Mugwort. Я не знала этого слова. Это означает полынь. То есть тут порошочек очищающий. Написано, что это энзимный пилинг, также с полынью. Полынь. Mugwort. Прикольно. Мне классно, если они вообще делают вот такими тестерами, брать с собой в путешествие куда-то. Ладно. Так, еще один тестер. CNP Laboratory Invisible Peeling Booster. У меня уже попадался тестер, но такой тестер, но я его не пробовала.
Дальше большая баночка, и это от фирмы Sun Park Beauty Water. Cleanse, don't lightly exfoliate. Посмотрите, какой здесь длинный-длинный состав, очень даже хороший, здесь много экстрактов, масел и так далее. И сама баночка очень даже внушительная. Красивый лаконичный дизайн, называется Beauty Watcher. Я сначала думала, что я заказываю тоник, но оказывается это идет... Ты делала такой небольшой ресерч после того, как заказала, конечно, логично же, да? Что он также очищает. То есть он как бы вроде бы с мицелляркой, которую не надо смывать. Может идти как утреннее умывание. Если у вас чувствительная кожа, то тогда, например, не надо умываться утром водой, а просто протирать вот этой штучкой. Конечно же, буду пробовать. Мне интересно. Тестеры Rice Water Bright. Кстати, у меня здесь гидрофильное масло от, что это у нас, The Face Shop. И у меня была эта умывалка. Точнее, у меня есть сейчас вот эта умывалка от The Face Shop, только которая идет с charcoal, с глины, нет, не глины. Или с глиной она идет. Я не помню. Короче, вы увидели у меня ее точно. Скажем, та, которая мне сейчас стоит дороже, это подешевле. Берите эту, толку разницы в них никакой. Это moisturizing cream. У меня есть уже пару тестеров. Я не пробовала. Но мне нравится собрать несколько таких тестеров, чтобы за раз, уже не один раз попробовать какой-то крем, а так хотя бы пару дней. Это прикольно. Опять CNP ампулатурой какая-то. Ампула... Brightening Solution. И само гидрофильное масло, которое я 100 лет ждала. Rich Cleansing Oil. Мне кажется, у меня в прошлый раз было другое, оно было чуть более розоватое. Ну да ладно, хорошее вроде бы масло. Ну, то есть оно хорошо смывает. Иногда только я заметила, что когда я пользовалась этим маслом, то... У меня щипали глаза, если глаза были уставшими. И, кстати, да, здесь написано Rich Cleansing Oil. Тот обычный розовый был просто Cleansing Oil, а этот Rich. По-моему, и была разница, что этот меньше щипит глаза или что-то такое. Если вы знаете, в чем разница, то пишите обязательно. И идет дальше. Atopure Medic Assisted Sleeping Mask. Вы увидели у меня ее в пустых баночках, и я сказала, что я ее буду заказывать. Это классная маска с керамидами, также центеллой. Питает, и что делают керамиды? Они восстанавливают баланс кожи. То есть, если мы пользовались кислотами какими-то, то классно восстановить баланс кожи с керамидами, центеллой, мадекасасид. У меня была эта маска, она мне нравится, поэтому я ее заказала еще раз. Так. Листовая маска. Ой, эти патчи на нос вообще. Вот такие вот вообще не работают. Листовая маска от фирмы May Island. Наверное, не знаю. Листовые маски все, в принципе, классные, прикольные, здоровские. Единственное, что я здесь вижу, на 4-м месте алкоголь денатурат. Ну, короче, нужно попробовать, но, в принципе, наверное, ничего плохого они не сделают. Что тут еще от The Face Shop? Chia Seed Advanced Hydro Cream. Какой-то увлажняющий крем от The Face Shop с семенами чиа, я так понимаю. И последняя вещь. Это тональный крем в номере 23 от DSM. И когда я заказывала, я вообще не видела никаких отзывов на этот крем. Но мне понравилась баночка. Вот что на нее все налипло, пыль какая-то. Ну, посмотрите, как это красиво. Как-то по значку и по всему вот этому мне навеяла мысль на тональники от Armani. У меня их не было, но часто корейцы делают так, что они делают похожие средства в похожей упаковке. Так, по цвету вроде бы подходит.
цвету вроде бы мне должно подойти. Он такой влажненький, перекрытие, покрытие есть, но не полное. Будем пробовать. Интересно очень. Баночка, конечно, очень красивая, и помпа — это всегда плюс. Забыла упомянуть, что полное название этой тональной основы DCM 3H Liquid Foundation, номер 23, оттенок, точнее 23, и здесь SPF 50+. Это был большой заказ, но я надеюсь, что мне этого надолго хватит. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши пальчики вверх, и до скорых ближайших встреч. Пока-пока.